Всем привет, дорогие друзья, и это продолжение прохождения Diablo 3, в общем-то, кооператив с Артуром Блэком, привет. Небезызвестным. И что, погнали? Мы находимся в этом, как он называется, храм? Или, ну, короче, это говорят, то собор, самое здание. Короче, Тристрамский собор. А вот это та самая лестница, которая в первой части была такая, в темноту уходила наверх. Блин. Не исключено. Прям ностальджи такое. Так, а что, зачем? А, мы найти следы пребывания Декарда Каина в соборе. Ты, кстати, посмотрел ролик тут, нет? Тот, который вообще в самом начале. Не успел. Я его, по-моему, вспомнил, я увидел. Там она сидит такая, что-то и... Да-да-да-да-да. Вот этот дедок, это Декард Каин и есть, в общем-то. Это ее дядя там. Ага. Ну, нехило так упало, да? Да. Я думаю, тут донизу пробило все капитально. Ну да, прямо в ад. А здесь не в курсе, здесь локации случайного опыта? Ничего себе ты даешь. Нифига себе. Не, локации здесь, по-моему, ключевые, по крайней мере, генерируются. Ну, не генерируются, а остаются такими, как и были, стандартно. Ага, ну понятно. Подземелья только... О, кто это там у тебя такой? Нифига, какой-то жиробас. Самого трогай. Я вам лучше полетать мышам всяким. Смотря на то, как... Слопнет, нифига. О, какая пакость. Ты что наделал? Надо было оставить так. Походу лопается, из него какие-то еще угри лезут, или черви, или хрен знает что. Вот эти неприятные, не топори. А, эти приятные. Эти хорошие. Да. Сговорчивые, более. Так, тут сундучок какой-то. Да вот это я смотрю. А, ну давай к тебе туда сходим, да, там тупик уже похоже. Угу. Мертвый простолюдин. Даже так, при смерти он его не уважает. А простолюдин. А? А, карта тут тап, да? Тап. Ага. А у меня же она этот в правом углу светится наверху. Нет, чтоб так посмотреть на весь экран. Так, свиток какой-то нашел. Лохаднана, хрен знает. Не знаю, мне на перчатки везет, у меня этих перчаток просто как у дурачка фантиков. Постоянно выпадает. Блин, подожди, я себе надел похуже, что ли? Нет, все нормально. Пока еще не совсем вклинился в этот инвентарь. Ну, вообще элементарный так-то. Да, такой. Простенький. Ох, тут туса просто. Оп. Недостаточно ярости. Ох, меня откинуло как. Пошло работать. Бруталы такие, без штаны. Ох, полезло в гадости с ним. Крупные черви, прикинь. Да. Ой. Как сипал. Фарш. Вообще, я помню, в первый играл, там, по-моему, на втором уровне, что ли, был какой-то мясник, на третьем какой-то король Леорик был. А, Леорик, да, Леорик, я помню. Что-то, короче, так... Вот тут, это... видишь, за убийство там целая куча дают еще опыт дополнительный. А-а-а. Дали, там, за убийство 25. Какой-то опыт, короче. Ярость такая, подозрительного цвета такого непонятного. Что это они имеют под этим в виду? Так, я дубину какую-то подобрал. 5-4. Ну, чуть-чуть побыстрее. А, не, пофиг. Так. Ага. Кто, интересно, эти факелы все разжигал? Не знаю. Мне всегда было интересно. О, он ушел. Жирный. Макабр. Нифига. Я не жирный, скажи. У меня кость толстая. Да-да-да. Шерсть жирная. Ля, тут, кстати, столько приколов таких вот с окружением взаимодействовать и убивать. Ага. То люстру скинуть, то какие-то опоры сшибаешь, тут стена рушится. Надо... Ничего не знаю, самое действенное это тупо в рыло дать с ноги. Мне помогли. О, они там отдыхали. Я на тебя уронил. Так, вот тут опять куча народа. Я что-то назвал, вообще где-то внизу тоже упал. Ой! Нифига! Что-то, по-моему. Так, да. Натурально пришли, поломали все. Ну, чтоб как-то скрытно там. Че не сажали, то понадкусывали, да? Да-да-да. Работа такая. Так, там здоровье. Тебе не надо здоровье пополнять.
Да нормально пока. У меня вообще персонаж, я так понимаю, весь урон на себя должен принимать. Сам такой толстокожий. Ну, пойди, у тебя да. Братец Дзы. Гадкий волк. Хуйни Дзы какой-то, да. Оп-оп, жирного мочим. Ну, давай. А я пока с прожорливым мертвецом поговорю. О, ты посмотри, тут целых три сильных врага. Фига. Сейчас нам могут нарубить. Сейчас бегу Гена. Ой, там сзади челюсти. Так, да. Полный набор пинскарин. На меня еще и какую-то фигню. О! Нормально наваляет. Сейчас с вертушки. С вертушки глушь. Дубина ранения. Ну все, враги обречены. От одного названия причем. Так, дали какой-то на запястье. Бодягу. Так. О, мне поезд дали. Некачественный кушак. Отлично. Некачественный. Хорошо, хоть не превосходный там. Шедевральный. Да, шедевральный, точно. Эта дверь открывается, нет? Разработчики сами офигели с того, какой они кушак сделали там. Ага. Треснувшие ткани. Тканевые штаны. Треснувшие на жопу. Вот видишь, ты говорил, на штаны не полезет. Та! Уже он третий или четвертый находишь. Черные грибы. Это для чего, интересно? Свиток Лагданана, часть первая. Мое имя Лагдана. Надо послушать. И на мне лежит проклятие. Когда-то я был капитаном армии короля Леорика. Угу. Верой и правдой служил Кто я своему Лагдана, интересно. Никто не был предан королю так, как я. Даже в тот миг, когда я пронзил его черное, порабощенное злом сердце. Понятно. Ну, Леорик, насколько я помню, вот он, что за черный гриб? Не знаю, какой-то квестовый, я так понял. Короче, Леорик был такой нежитью, очень сильным королем скелетов. Не, Леорик, он, по-моему, там вообще-то королем в принципе когда-то был. Это еще по первой Диабле. Ну, его там заколдовали демоны. И он стал нежитью, по-моему, да? Походу. Так, а если у нас тут все так хорошо, то что у нас там сзади еще за развилка была? Вот тут, мне кажется, мы идем куда нужно. А там тачи был. Пошли, вернемся. Пошли пока недалеко. Ну тут по этим локациям, я думаю, скорее всего, еще не раз будем бегать. Не знаю, там снизу. Пока первый арк. Можно попасть? Я думаю, да. Короче, я эту локацию более-менее помню. А на самом деле, заранее сделанная. Не такая, что случайным образом. Я как раз где-то на том мостике и завершил просто, когда смотрел бетку. И, ох ты там. Фига он этой дубиной бьет. Бочки, блин, бочки по физике разлетаются, прикольно. Не, вообще с физикой тут. Да. Вот такое впечатление, что сколько, 10 лет ее делали. Наверное, 5 лет делали игру, а 5 лет ролики рисовали. Потому что ролики смотришь, офигенно вообще, так нарисовано. Ну, ролики Blizzard. Еще эти Blizzard, хорошо делают, да. Как Final Fantasy делают, Square Enix. Ага, точно. Вот, две конторы. Я помню, первый StarCraft, когда вышел, я сам игру не играл, я стратегии не так сильно люблю. Но все ролики пересмотрел, короче. Наверное, то там крутые были. По тем временам. Да. А мне вот во второй Диабле, то есть не столько уровни нравились, сколько пройти уровень до следующего ролика. Ага. Да, ролик. Ползает. Какой-то доходяга тут. Блин, ну это так дофига было времени назад. Да, ну сколько? Да, лет 10. Я еще помню, ты графодрочером был. Короче, там, по-моему, Splinter Cell одновременно вышел первый. И Diablo 2. Diablo не попадал, наверное. Да, там что-то как-то все так... Народ вообще был там по поводу того, что графика никакая. Не, ну, фанаты, наверное, нормально. В итоге. Они все же продали-то. Нифига тут какой-то. Опа-па. Это ты что делаешь? Не знаю, у меня просто летает. Без выпендрёж. Это
Опасный посох. Комета. Так, а вот сейчас мы, по-моему, как раз идем по квесту. То есть надо было, походу, туда идти. Ну, ладно, чё. Да, вот кружок на карте. Ладно. Так, мы пойдем назад или по квесту уже пойдем? Ну, давай по квесту пойдем, раз уже зашли. Да, я, да, я думаю, мы сюда еще попадем. Да, я думаю, будет еще возможность. Стойка с доспехами, ботинки. О, мне везет сегодня. Так, это что за... О, мочи, мочи гоблина. Это вот этот, с деньгами который. Стой. Ушел. Я еще повыбью. А у тебя он не исчез? Нет. А, ну... Во. Сюда скачу. Добил. Отлично. Отлично. Собираем. Да, понаповыпадывало. Смерти. Так, место в сумке ограничено, понятно. Уже. Да. Магический лук нашел. Тут же всякое как-то можно передавать вещи друг другу. Ну, ты все равно луком не умеешь пользоваться, да? Да, он три лука и нет. Черный гриб. Ведьма Адрия разыскивает черный гриб. Мне ровным счетом ничего не известно о черных грибах, Декард Каин. Че это было? Короче, ничего не нужно. Ну, видишь, написано, цена продажи не продается. Поэтому, наверное, какой-то квестовый. Скорее всего. Так, подожди, у меня же тесак какой-то новый. Или нет? Так, да. А как тут? Я не знаю, как тут можно передавать. И можно ли вообще? Да всякая какая-нибудь система торговли, наверное, есть. Не знаю, расчухаем попозже, наверное. Ой. Ладно. Как-то так. Так, ну это спуск уже вниз. Ну ладно, пойдем. Зал Леорика. Офигеть. Я не смогу присоединиться к союзникам, пока их битва не окончится. Короче, нам, походу, нельзя пока, что ли? Нажмите «Принять», чтобы перенестись к месту назначения. А, и нажми. Всего принять. Понятно, ты первый зашел, я к тебе присоединился. Прислужники зла! Не подходите! Вот он. Каин этот. А куда девочка-то делась? А, она же больше. Она пошла там сюда книжки читать какие-то. Понятно. Сила упавшей звезды пробудила меня. Скоро все будут страдать, как страдал я. Стража, принесите мне его кости. Что-то не в духе, по-моему, да? Да. О, надо спасать старика. Ля пинает. Да им пофиг, тут где-то они уже на нас поперли. Королевский палат. Я спасу тебя! А это толстые такие. Носишься, конечно. Во, мочи. Мочи, здорово. Головоруб. Вот мне всегда интересно было, чем они руководствовались, когда придумали название вот этим монстрам своим. Это ладно, в этом... как его, World of Warcraft, у них в русской локализации. Вообще там перлы. Кстати, типа не играл там... ни разу. Я тоже не играл, я просто слышал там, ну и видел у людей, которые играли. Там какой-нибудь, допустим, паук назван там, пух на пузик, короче. Ну понятно. На переводили. Нормально. Ладно, давай поговорим с виновником торжества. Мне нужна твоя мудрость, Декард. Лия будет рада снова увидеть тебя. Ох, Герасим. Рад, Герасим. Ну, типичный. Вот. Ну, Герасим, я ничего не скажешь. Я нашел этот проход на старых картах. Папа. Случайно попавших мне в руки. Соборный сад. Пойдем. Нам нужно вернуться в Тристрам и поговорить о портал. Упавшей звезде. Ну, поехали. Так. Пока что неплохо сидят так. Да, пока вроде как. Так, а что это такое? Давайте. Я выполнил обещание, которое дал Ли и спас Декарда Каина. Теперь между мной и упавшей звездой стоит король-скелет. Его возвращение сулит Тристраму новые беды. Вот так вот. Фигня. Погнем. Да. Так, ну что, пошли, может, сразу к торговцу сходим? Да, давай весь скарб продадим у меня, потому что там уже барахлишка. Вот какие у меня магические перчатки. Увеличат радиус автоматического поднятия золота и сферы влияния.
А, вот, смотри, неплохо. Я так понял, все, что не синим светится, а подсвечено, то можно спокойно продавать, в принципе. Ну, в принципе, да. Да вообще-то так, на вещах больно не заморачиваться. Да. Тут постоянно как... всяко упадает. Выпадает достатки. Ой, ой, я что-то не то продал, по-моему. А тут можно назад выкупить. Да-да, выкуп есть. Так, подожди. Ботинки купить. Я не буду ничего брать. Все равно, в принципе, достаточно выпадает. А, слабый зелье здоровья через Q используется, понятно. Угу. Так, ну я все. Все, да? Так, Лия. С ней можно поговорить, да? Давай, ты с ней говори. Дядя, ты жив? Да, но только благодаря вам. У нас мало времени. Расскажи мне все, что ты знаешь об упавшей звезде. Боюсь, не очень много. В пророчестве о последних днях ясно сказано, что это знамение возвещает о гибели нашего мира. Дядя, опять эти старые сказки. Главное, что ты вернулся целым и невредимым. Какие сказки? 2012 год на дворе, ё-моё. Чё, майя предсказали. Так. Если, кстати говоря, по календарю майя смотреть, там из-за этих, короче, каких-то смещений, их календарь в 2011 заканчивался. Так что... Так что мы уже все не получилось. Уже наступил. Уже давно. Так. Достаточно печально. Так, что, куда идем-то, что делать дальше? Да, у нас квестов нет? С дедуганом надо поболтать. Зря спасали, что ли. Но Диабло лишил его разума. Он потерял обоих сыновей и утратил собственную душу, прежде чем был окончательно побежден. Теперь он вернулся, чтобы снова сеять зло в этих землях. История печальная, но он стоит на моем пути к упавшей звезде. Вот так. Сурово. Нам понадобится его корона. Отыщи Хедрига, нашего кузнеца. Он должен знать, где она находится. Значит, так, надо найти кузнеца. Это нам, походу, в другую сторону бежать. А что там за сердце такое на карте? А, целитель? А, да, это там благословение. Так, ну мэр этот тележку свою убрал. Наконец-то. Теперь можем пройти в ту сторону. Как увидел, тут сразу у него силы появились. Ну, мэр, наверное, это имя. Это не должность, я так понимаю. Странное имя. Нет, по-моему, может, это все-таки мэр с тележкой. Ну да. Так, еще один торговец. Подожди, какие новинки? Так. Ну, в принципе, можно... Да, фигня всякая у него. Да, ничего, не заморачиваться. За смешные цены еще. Ну, начало игры. Все-таки. Так, тут... Вообще пока сложностей каких-то нет, вообще ни разу не понадобилось эту аптечку использовать. Ну, я, кстати, где-то читал, что с балансом некоторые проблемы в игре. То есть бывает такое, что с одного удара сушат, а бывает, что Декарт выносишь сказал, всю карту. Ты поможешь мне найти корону Эврика. Не сейчас. Моя жена. А там ну, как обычно. Среди тех, кого укусили. Я должен положить конец их страданиям. Угу. Как поднять руку на собственную жену? Сочувствую тебе, но выбора нет. Я помогу. Тебя, видишь, добродушный такой. Спасибо. Здоровяк. Я отведу тебя к ним. Чего, ну, да. Сочувствует еще, видишь? Так, кого звали? Ну, он говорит, что у него что-то хорошее я есть. Слушаю, я сомневаюсь. Мне бы дубину побольше. Ворота заперты по приказу капитана. Ворота заперты. Так, так, нужно почистить. Опа. И он с нами бегает. Нифига у них погреб, слышишь? Ну да, неплохо так. Так, что-то я как-то отлагал, что ли? Отскочил назад маленько. Так, что? Ну давай смотреть. Что у нас тут за дерьмо? В общем, вошли как-то так. Необходимо убить.
Ох, ты там носишься. Мы по старинке там метров на 6. Семерых одним ударом. Прости. Опа. Жена его живая. Хедрик! Помоги мне! Так, отлично. Кто-то пережрал вчера явно. Бей свою жену, бей! Да-да-да. Трофейный тарч колючек. Отлично. Я даже не знаю, что это такое. Так. О, у меня топорище есть. Трофейный тарч колючек это... Щит, только у меня, похоже, двуручный топор. Да. Вот это по мне размер. Без тебя у меня бы ничего не вышло. Я твой должник. Меня зовут Хедрик Имор. Хедрик, помоги мне. Я должен найти корону Леорика. В этом я могу тебе помочь. Она находится в гробнице моего деда, советника Леорика. Его гробница на кладбище в лощине Стенаний. Если увидишь там моего дурака-подмастерья, скажи ему, чтобы он шел обратно в город. Зашли в подвал, кругом куски мяса, трупы валяются. То есть я не, как бы, не совсем понимаю, чем занималась тут его жена. Да и он, собственно. Может, зря мы ему помогаем. Подозрительный какой-то. Че он за тобой-то бегает? Понравился, наверное. Слав на лысых мужиков в юбках. Так, а что за значок такой? Вы в городе, понятно. Ага. Так, ну нам через калитку. Так, ну что, к Леорику. А у тебя там как с инвентарем, кстати? Может, пошли продадим, пока не поздно, все лишнее. Ну, можно, по идее. Так, а это одноручное? Да, одноручное, я еще офигеть, я соблюдил. Надолго пойдем. 12 урона. Послушай, так. Я рад, что ты закончишь у меня. Но пусть так, это останется так, между нами, так, хорошо? Так. Скупщик краденого, походу, какой-то. Да, явно мутный какой-то парень. Мутит что-то. Лощина Стенаний. Звучит? Звучит. Так, что-то как-то колодец исцеления. Слишком тихо. Да. Too quiet. Опа, опа. Опа, попали. Ну ты сразу пробежал сюда. Так нравятся вот эти пополам, которые вообще оригинально из кустов так выползают. Ты капец. У тебя не видно там, что из тебя вылетает. Рука, нога. Ох, ко мне прижали. Нужно еще время. О, стой. Мы с тобой, я так понял, одновременно будем все уровень получать. Да, судя по всему. Вот, давай, подружек. Я еще не готов. Ох, пакс. Я не знаю, ты их бьешь, я что-то в таком напишении нанести даже не могу. А тому нельзя обучить. Падальщик. Падай. 13 монстров убито. Символично. Так. Кто-то там спамит в чатике. Его можно отключить вообще как-нибудь, нет? А я не знаю. Не исключено. Покинуть канал чата общий. Глянь, сколько тут людей, оказывается. Даже в такой закрытой игре чат есть общий. Да, похоже. Короче, я вообще выключу. Упор на интернет. Нормально у них. Меня вот в этой игре мне не понравилось, потому что без интернета мне вообще не поиграешь. Так и от Близзаров это уже как бы не новость. Ух, нифига там, здоровые жердяи. Сейчас навешают. Отбрасывают у него, если их макают. Да не навешай. Нет. Ладно, тогда я спокоен. Волкатас направляет меня. Ах, как это пакость. Нифига себе. Интересно, какой он на вкус. Нужно будет сказать об этом Хедригу. Вот, нашел вампирский простой клинок, какой я в свое время хотел купить. Да денег не хватало. Один остался такой. Ооо. Ой, они даже загораются, по-моему. Когда их рублю. Короче, отстой один. Так. Блин, что-то какая-то широкая локация. Куда-то да, пойти. Да, необъятная. Ну, тут еще подружки ходят толпой. А он блин умер.
Тошнотворный кадан. Их просто тошнит уже. У тебя быстрый капец, конечно. Ну да, такой резкий, как понос. Я тут сзади пока помаленьку. По чуть-чуть. Уже кого-то разматываешь. Ага. Нафига мне лук выпадает, если я его использовать не могу? Блин, ну ты, конечно, в платье. Да. Как этот халат после ванны. Мне больше вечерняя напоминает какая-то. Да, сейчас увидишь, на рояль ляжешь и споешь, да? Где там парик? И борода такая. Да. Брутальный, в общем, роковой мужчина. Да. О, там идет один уже руки поднял. Да блин, они запарили уже, отбрасывать меня. Семерых одним ударом дали плюшку. Это что такое? Святилище защиты. Шняги были. Благословение получено, получаем Смешно. Урон. Хорошо. А, получаемый, я думал, раздаваемый. Кто-то потревожил эту могилу. Опа. О. Фига себе. Это скелетики. А. Нужно еще время. Скелетики, они потолще. Ну да. Летают так же. Возвращайтесь в могилы. Тела этих грешников примет холодная земля. А, они пытались какой-то продлить свои дни, обращая против невинных жертв запретные заклинания. Зло пустило корни в их душах и начало пожирать их. Свой путь они окончили на виселице. Висельники, короче говоря. Да. А, ну вот они висят как раз. Вот прикольно, Z нажимаешь, масштабируешь вообще. Так детально проработали. Те висельники, да, все. У меня уже щит красивый. Это вообще какой-то позор какой-то был. А сейчас хоть поблескивает маленький. И то радостно. Так, вот какие-то столбы. А вам дорогу нашли. Нам, наверное, по дороге нашли. Может быть, да. Так, только в какую сторону? Так, о, музыка та самая. Ага, вот. По-моему, мы назад идем. Да, ох, полетел. Там идем назад. Давай туда, в ту сторону. Давай пойдем вперед. Там копейка лежала. Ну пусть лежит. Пусть лежит. Я богатый сегодня. Она замысла плевать. Нужно время. Так, я пока к тем пойду. Давай. Нам хватает силёвок. Вот что крест животворящий делает. О, там сзади, смотри. А, это тот же самый кадавр. Мне казалось, что еще больше обычного. Более сложный уровень сложности, короче. Ну да. Так. Блин, а слышь? А, нет. У меня почему-то на карте показывает, что ты где-то внизу. Да у меня то же самое. Да, нормально, видимо. А где у нас вообще указатель, куда нам нужно идти? Его нету, в том-то и дело, видимо. Это было бы слишком, наверное, легко. Ну, а так, в принципе, не особо сложно, но... Да. Когда ближе подходишь, тогда начинает проявляться. Нужно еще время. Так, пока. Кстати говоря, надо новую мини проверить. А уже уровень есть, да? Мы же уже до 6 уровня поднялись, или даже выше. Так, а, ну-ка, точняк, умение. Точняк. А, мне вот открыли руну. Тебе тоже, наверное. Руну для кулака грома. Рассекающий удар. Нифига себе. Рваные раны. У тебя там кулак грома всякие. У меня рваные раны. Так, на молот. Становится доступно на 5 уровне. Так у меня же. Ладно, хрен с ним. Потом разберусь. Ну, как-то не так. Буду задерживать. Вот. Я отойду, пожалуйста, спрячусь за бетонное перекрытие. Режим секатора.
Недостаточно ярости. Не, такой удар мне больше нравится все-таки. Дальше летят. Через пропасть. Через пропасть перелетел. Три порции шашлыка выбросил в пропасть. Да он их просто как это подбрасывает бейсбольный мячик. О, пошел. Сейчас я к тебе его перекину. По кишке летят. О, богу, я был на другой стороне. Этого не видел. Ты видел, да, у него мясо тут осталось, и скелет улетел. Это важно. Офигеть. Ты достижения опять. Блин, ты как достижения какие-то зарабатываешь. Что-то... Я просто убиваю людей. Ого. Зарядил его. Позитивом. Вот это прикольная штука. Да, это вертуха такая. Шерстка какая-то. Так я не сильно понял, что эти рваные раны делают. А, кровотечение на 3 секунды. Да нафига мне это нужно, если они через полсекунды убью. Да, 3 секунды как бы. Ага, вон квест. О, сейчас я покажу. Шаолинь настоящий. Бетонную плиту только. Опа. Он у меня первый раз нормально открыл двери. Я думал, сейчас оторвет, погнется. Видишь, мы уже учимся. О, там кто-то злой. О, Малеуант. Обреченный. Ну, насчет обреченного. Ну, обреченный, ладно. Нужно еще время. Ох, я чувствую, что надо, по-моему, сначала поддержку всякую унести. Ага. Подписаются. Ох, улетел. Все летают. Блин, а он у меня еще телепортироваться научился этот. Целительные сапоги. Кто телепортироваться начинает? Ну, вот этот мой. То есть какое-то умение, этот кулак ярости, грома. Короче, он на расстоянии телепортируется. Во врага прям. Круто, че. Ой, я шлем нашел. Так, что тут еще? Хоть посмотреть, что там в инвентаре. О, перчатки. Кожаные перчатки колючек. Гениально. Нормально я так. Приоделся уже. На этого похож стал. А ну, на огров из Властелина колец. Ну да. Урукхай. Да-да-да. Не, Урукхай, это орки были. А, огры, да, это здоровые. А огры это такие здоровые. Вот так надо делать. Кунг-фу. Твое кунг-фу устарело. Глупости. Как недавно смотрел в колотушке китайские. Просто что-то, блин, попались на это. Фраза там эпичная была. Ну, ведь, как обычно, вот в таких вот вечерних платьях, как у тебя все, и такие молодые китайцы с бровями белыми такими до пола. И фраза такая, там один Фей Лунь был, такой говорит: «Твое кунг-фу устарело, приготовься умереть». Да, эти фильмы раньше смотрели с таким удовольствием. Ё-моё, там, ты что? Мое кунг-фу сильнее твоего, там, с мягким знаком. Кладбище, так, нам надо врата странства. Я так понял, среди этих трех склепов или что это, найти какую-то корону. А то мы так отвлеклись от сюжета. Так, ну что, в какой пойдем? Шли в этот. Да, да, вот так и по часовой стрелке пойдем. Потом отсюда. Так, он у меня что-то не зашел. А, вот сюда шел. Мне в подземелье больше нравится. Да, как-то. Здесь как-то интересней. Фонарик бы какой-нибудь. О, вот так. Добрый день! Понаехали. Нужно время. Ох, какой скелет сильный. Нормально так. Ну, вошли, в общем. Вошли и вынесли. Сколько у вас здесь? А, это ты летаешь. Я испугался, подумал. Мега-монстр какой-то лезет.
где-то. Господи. Мне кажется, тут мы сейчас и найдем проблемы. Да, но чем дальше, я смотрю, тем их больше. О, тут смотри, сколько прожорливых мертвецов, какие-то они все сильные. Да. Я еще не готов. Один улетел. Свидание. Ушел. Обожаю эту работу. Плотный кушак. Так, что я там подобрал такое? О, шо? О. У меня новая маечка. Бронемаечка. А вот я не знаю, я, по-моему, что одеваю, что не одеваю, но как бы платье оно и в Африке. Возможно. Так. Я вообще ролик, когда видел твоего персонажа, показывали, он там, значит, мы куда-то не туда пошли. Он у тебя все время с посохом был каким-то мудрёным. Ну, вот это он, походу, им и крутит. Вертухи. Голодный труп. Ты живой сейчас, смотри. Вот тут в полу какие-то нычки еще и попадаются. Что-то мусор всякий выпадает. Да. Блин, здесь опять развилки какие-то. Так, причем их уже раз, два, три штуки. Офигеть. Ничего. Опа. Че тут ничего нет? Кинули. Во. Сломал. Как-то я не обратил внимания даже. Можно было крышку отодвинуть, да? Ну да, там аккуратно как-то. Внимание не привлекать. Летает. Отлично. Че это у тебя был такой? Level up. А у меня просто, видишь, что у меня там. Короче, штаны, и у меня плюс одну единицу при каждом убийстве дает. Поэтому получается быстрее опыт набирается. Так, мне дали какую-то новую руну. Как их делать, как их использовать для умения. Вот, сокрушающий удар. Так, что такое? Так. Тут рваные раны. Сейсмический удар. Тут что-то пока все скучное какое-то. Так, ну тут все по-прежнему. На следующем уровне не откроется какой-то ништяк. Будем ждать. Так, блин, нифига. Вот эти огромные помещения. Это делается не так, это смотрю так. А, блин, у меня ярость кончилась. До зрительного цвета. Недостаточно ярости. Арбалет. Не надо. Да, отстой всякий. Так, ну тут, похоже, голяк пусто. Да, тут, наверное, просто ответвление какое-то. Короче, нам не сюда, наверное, надо было. Ну. Не, ну в таких играх подобных. Главное ж кач. Ой, там дети прибежали, шины какие-то. Что за мелочь? Бесы. А, бесы. Нужно еще время. Полетели. О, как их леет. Нарыгал аж двоих. Офигеть. 15 монстров убито, плюс 56 опыта. О, а это что за копатель могил? Ну копай, копай. Так. Я бочку разрубил, а то бы скелет вылез. Там снизу еще отвилка была. О, а ты кто такой? Голодный труп. Приятного аппетита. Полезно, опять полезно. Ой, там что, рыгунья бежит, я к ней пошел. Давай, давай, давай. С девушкой. Ой, там какая-то фауста бесчестная. Совсем бесчестная. Совсем. Ой, какая она бесчестная. Все, уехала. Ух, нифига. Я не совсем понимаю, конечно, что происходит. Дискотека не 80. Я что-то не дохну, что елки-палки.
Я просто вижу, короче, там кто-то оружием машет, и трупы вылетают. Я больше не унесу. Тарж сосредоточенности. Мне нравится своим названием, поэтому мне придется выкинуть этот превосходный щит. Так, куча места в инвентаре. У тебя куча места? Да. Ну как? То есть мне его пока хватает. У меня вообще битком. Несмотря на то, что... Надо просто мусор всякий повыкидывать. Да, я не все собираю. Более-менее такое. Ну ладно, я пока почищу, то я думаю, там один со своими метеорами справится. Будем надеяться. Нифига там навалил. А, подожди, я, кажется, понял, как вещами меняться. Наверное, просто ее выкинуть, и ты ее подберешь. И ты видишь, да? Да. Понятно. Добро. У меня есть острый древорубный топор. 11,2 урона. Двуручный, я так понимаю. Да, у меня нормально пока все. У меня 12,3 урона. А, все, вот тогда. Блин, там... Ах, блин, я какую-то говнину подобрал. Я не буду этим пользоваться. Так. Нарвалит на вышку, он такой, я не буду этим пользоваться. Ну что, давай пока затишье. Давай убьем посмотрим. Затишье. На этом пока. Да, надо бы уже. Перекур. Да, на этом завершим. В следующей серии найдем, я думаю, короля Леорика, потому что он какой-то недовольный жизнью. Надо это исправить. А мы смотрим, мы вернулись по карте смотреть к тому большому залу. А, значит, здесь короны нет просто. Да, ну, короче говоря, увидимся в следующей серии. Продолжим искать этого старого нежить. У меня прям такая ностальгия пробила по этой игре, получаю большое удовольствие. И время летит незаметно. Да, как-то вообще не заметил, что время уже прошло. А, ну, давайте прощаться тогда, наверное, да. Увидимся завтра или ну, когда, когда будет следующая серия. Да. В принципе, ладно, на этом все. С вами были Артём и Артур. Пока. Пока-пока.